А вы тоже устали от того, что когда покупаешь банку с огурцами, в них, блядь, постоянно кладут помидоры? На самом деле, все просто. Сейчас я покажу, как это исправить. Открываем. Ничего. Выкидываем и смываем. Моем банку. Теперь нужны свежие огурцы. Огурцы надо хорошо помыть, иначе банка может потом въебать. Нужна зелень. Ее надо помыть, порезать. Тут петрушка и укроп. Нужен чеснок, порезать мелко. И закидываем в банку. Нужен лук. Закидываем в банку. Примерно так. Туда запихиваем огурцы. Срезать перед и зад. Блять. Большие огурцы можно не пихать туда, потому что дохуя не место занимают. Примерно вот так. Нужен чайник. Наливаем туда на пол банки огурцов, литр воды, сахар, 3 столовые ложки. Нужна соль, 2 ложки. И ставим кипятиться. И закипел. Нужно добавить 2 столовую ложку. Заливаем нашей смесью огурцы. Ну, вроде правильно все. А, блять, надо было сразу закрывать, как только залили кипятком. Вроде правильно.